Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и я играю в Hunger Games вместе с Докером. Всем привет. На сервере Hypixel. Так. Класс, класс. Выбирай, наверное, того, которого класс. Ты прокачал. Рыцаря, думаю. Ну да, я уже выберу. Так, ну... пытаемся что-то залутать и, не знаю, бежим куда-то. Вчера, короче, два сервера нашел прикольных. Там, где можно убивать и прокачивать, например. О, я неплохо урвал. Все, побежали, побежали. Я валю, 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 валю. Уже, так, уходи, уходи. Ты где, ты где? Налево, лево, лево, сзади, 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 сзади. Куда ты пошел? Так, назад. Ну, сейчас, жди ты. Вот. Я урвал это и вот это. Сзади. Ага, это ты идешь. Оставим, оставим их. Да, чтобы... ну да, 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 бежим вверх. Просто отогнал их и норм. Нифига ты утащил. Чего? Ну, камень. Пошли на лед там. Или в шахту пошли, там сундуки есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Куда ушел? Да тут сундук, жди ты. Где ты? Внизу. Давай. Туда, в шахту, вперед. Да. Давай. Сейчас, сейчас, жди. О-о, там, там, там чубрик. Там чубрик. Давай, давай. У меня даже меча-то нет. Вот, все, у меня есть меч. Ух, не... бей, 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 бей эту скотину. О, господи, он опять позабегала. Да хватит уже убегать. Вот. Нахрена он вообще в сундук? Там с лука стреляют, Давай, давай, бежим. У меня для тебя есть каменный меч. Угу, у меня золото пока что. 5 хп, 5 хп, мочи. Нормально. Идем туда, в шахту. Подожди, 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 дай мне меч-то. А, ну, ща, на. У тебя лук, кстати, да? У меня стрелы. Дай лук. Да у меня, кстати, два, ну, пошли. А, ну, погнали. Ща, эти сундуки... А, стой, сундуки, сундуки во льду. Ну да. Мда, как круто. У меня один алмаз есть. Опять? Так, там мы блутали, все, да, так. А где шахта, кстати, я уже и забыл. Вот, вот она, вот она. А, ну там, там, кстати, кто-то там, был. Там, кстати, этот. Да-да-да-да-да. Я вижу. У меня лук.
получится. Знаешь? Даже, слушай, копить бутыльки опыта и отдавать кому-то одному. Ну, в принципе, да. Ну, у меня я 4 бутылька имел. Я вот один сейчас тебе отдал еще. Ну да. Но еще на себя разбил 2 штучки. Ну, нормально. Нормально было бы уровня 3 бы было бы, наверное. Но все равно зачаровался бы на отдачу или на старту 1. Ну да. Ты где? Вот он тут я. А, ну пошли. Я не знаю, где тут спаун. Ну, думаю, где-то в этом направлении. Вау! Слушай, у меня текстурки не прогрузились, я сейчас вижу входа и выходы там под. Блин, вот как? Как туда попасть? Там столько сундуков, столько лута, офигеть. Да, неплохо. Я думаю, где-то вот тут, в спаун где-то, в этой местности. Может, это випа. Тайный вход есть. О, смотри, вон сундук же, ты куда? Вон. Да вон наблутанный уже, наверное, столько раз. Нет, нагрудничек железный есть. О, нужен? Да, да, конечно нужен. Шлем, босоножки. Но они не нужны. Во, о, нормально. Вот еще кожаные на удачу 6. Так, побежали. Блин, вот я не понимаю, чего за удача 6 на штанах? И на Hunger Games. Вот зачем? Вопрос, зачем и как? Не знаю. Ну, как это понятно, но зачем? Зачем? Так, ну ладно. Шанс выбить не знаю, чё. Шанс убежать, да, ещё скажи. Ну да.
Так, вон, ты... вон. Ты где? Вон, смотри, вон лутает. Железник. Опа, его нужно слить 100%. Ну-ка, стоять! Ни хрена себе он полетел. Что за... Ты где? А, вон он ты. Как он так быстро бегает, а? Да, наверное, поти он выпил. Ну да. Или звезду Блицстар подобрал где-то. Ну да. Там столько скиллов в этой Блицстаре. Ты сзади меня? Да, вот он, ты слева. Да, побежали. Надо догнать его. Да в любом случае его 100% надо слить, а то... Он будет проблемой большой. Да, еще какой. Ну иди он. Хрен его знает. Пошли. О, я его вижу. Он там сзади дерева. Может... Вон. Он, я вижу его. Он вот ту звезду нашел, мне кажется. Да. Вон за Блицстар. Это вообще хреново. Мочи. Давай. Я его мочил. Да че у него спид такой? Смотри. Ну, он берет прям. Lucky Charm. Подожди, у меня жратва надо. Да ну нахрен, да че он такой скоростной? Все, побежали, мне этого хватит. Да блин, тупые рывки. Вон, мочи, он стоит. Да какой нафиг стоит, у него такая скорость, как что... Так он прям забирается и туда. Я знаю, есть такая прога, которая ускоряет, что ли, это время. У меня на DayZ сервере такая была. Вон. Охренеть он. Это ж читак чистой воды, наверное. А может он там штук 30 пути он выпил на скорость бега. Да ты гонишь. Да, в принципе, да, как он вообще так летает? Фак. Да все, ему тут жопа. Так, где ты? Давай. Ой. Ну фак. Я тебя слил случайно. А, да. Или я, или он. Он тебя. Ты его слил, ты меня слил. Хреново, вообще так хреново. Ну ладно, выигрывай, давай. Там ты один остался. Один против... Двое вас или что, трое? Двое. Двое даже. И это тот парень, который нашел звезду. Ну да насрать. Он может ее юзнул. А да, он ее юзнул на Lucky Charm. Это хреново. Блин. И что сейчас делать? Да хрен я и хрен. Играй, пока что. Тут все равно немножко. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. И выигрывай. Ага. Давай, пробуй. О, я смотрю на за тобой. Так, тише. Не бери ТНТ, убери ее из рук. Меч бери. У него тем более... Все, начали. Давай. Давай. Мочи. Так, у него 16. Давай. 12, он 10. 7 у него. Давай. Фу, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Ну, отлично. Мы выиграли Hunger Games. Конечно, в конце немножко... Я случайно убил докера. Извини меня. Ну, под руку попался. Ну, ладно. Да, ничего. Ну, нормальная такая серия, можно сказать. Ну что, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Всем пока.